Огромный привет на канале Анастасия Флешка. Сегодня я вам покажу свои новые покупочки, обновки. И покажу вам самую дорогую вещь, которую я себе покупала в жизни, наверное. Вот. У меня такой загон, я очень захотела именно дубленку. У меня ни разу не было в жизни дубленки. Скоро морозы, а это значит, что нужно утепляться. И очень много сейчас расходов именно на теплую одежду. И на обувь. Ну, короче, много всего надо покупать. И свитер мне надо, и теплые штанишки. Я купила, кстати, шапочку шарфом, такой комплект. Я вообще шапки не люблю. Но когда холодно, приходится что-то носить. Ну и как? Скажи мне. Правильно делал, нет? Я еще, знаешь, недавно посмотрела фэшн-блогеров. Они там говорят, что шарф должен быть такой расслабленный. Не надо его туго завязывать. А вот мне интересно, ну реально, когда зима, мороз, холодно же очень. Я вообще не понимаю, как он должен быть расслабленный, если шея должна быть закрыта. Мне всегда хочется вот так вот сильно как-то укутываться, чтобы тепло было. А еще меня больше всего прикалывает, это когда смотришь там пуховики, шубы всякие разные, они в основном в каталогах, в интернет-магазинах, они все нараспашку идут. Вот, у них нет обычно, они шапки никто не носит, потому что всем, видимо, тепло. И вот они нараспашку. И, да. И я реально поняла, что лучше комплект покупать. Я что-то раньше не покупала. У меня отдельно все было в основном. Нет, ты знаешь, что я смотрела, кстати, тоже я себе хотела белый смут такой. Так ты чего марки? Ты же красишь лицо, правильно? Там пудра тоналка. Обычно вот тут вот сюда еще остается. Даже белая шапка, я ее стираю почти каждую неделю, потому что от косметики она быстро пачкается. А черный цвет хорошо, кстати. Можно стирать один раз в месяц. Тебе 41 год. И ты знаешь, как смут наматывать. Мокрый. Вот так вот? Ну, типа того, да. Ну, нет, это что-то какое-то не то. Это под капюшон, кстати, можно. Чтоб шапку не надевать. Нет, а что, так тоже, по-моему, хорошо. Но мне зеркало надо. Просто сзади полголовы голые. Вообще, даже обычный шарф можно придумать, как завязывать 33 способа. А с шубой вообще, кстати, или вот с дубленкой непонятно, что лучше носить. Вот. Ой, ну сейчас такое время, что сейчас можно носить все, что хочешь. Можешь хоть спортивную, не знаю, салатовую шапку надеть с черной норковой шубой и в огромных каких-то безразмерных кроссовках и с рваной штаниной в минус 30. Да, сейчас чего угодно. Ты попал на пальму, пошел, ты все равно будешь в тренде. Нет, ты понимаешь то, что сейчас носят классический пальто с белыми кроссовками, грубо говоря. Ты представляешь, лет 15 назад так выйти? Ну это же вообще лоховство считалось, это же морили бы все. Нет, сейчас мне нравится, что можно кроссовки носить. Да. Вообще, такой кайф. Не нужны эти каблуки, которые я терпеть не могу. Да. Мне даже писали в том ролике, где я примеряла колготки, а я про туфли. Я их вообще не ношу. Я туфли вообще не ношу, народ, если что. Я ношу туфли только на фотосессии. Вот, и все. Ну, короче, мне захотелось мехов, поэтому сейчас покажу дубленку. Короче, это самая дорогая вещь в моей одежде. Ну, конечно, всегда нужно будет все пальцы такие же длинные. И тут тоже крючок. Слушай, я уже запарилась.
Короче, мне просто она понравилась чисто внешне. Это была такая больше эмоциональная покупка для красоты. Вот. Мне кажется, я в ней замерзну зимой. В минус 15, мне кажется, мне будет в них холодно. Ты как думаешь? Я думаю, что не должна. Почему я хотела именно дубленку? Потому что она меня стройнит, и я в ней не такая огромная, как в шубе. А ты будешь музыку, да, накладывать на свои крутилки? А еще мне надо будет все равно купить шарф сюда. Другой какой-нибудь. Не хочу я что-то черного. Какой-нибудь красивый хочется. Палантин не хочешь? Можно какой-нибудь там палантин. Мое любимое черное платье. Это называется, когда в шкафу 10 платьев, я хожу все время в этом. Ну, я не знаю, мне кажется, что какой-то материал тонкий, что ли. Я думаю, я замерзну зимой все-таки. Пуховик однозначно придется покупать. Мне кажется, что тебе кажется. Вот, и черная дубленка. Она такая, кстати, вот это потолще даже будет, чем та. Здесь мех уже писец, она тоже такая мягонькая. Потрогай. Мягонькая какая. Ну-ка. Я просто давно хотела одну вот такую, я взяла длинную дубленку, а эта коротенькая. Но пока я на машине езжу, в ней, в принципе, хорошо. Вот. Но ноги надо утеплять, потому что тут попа открыта. И ножки. Короче, она издевается надо мной. Палкой меня пьет. Как тебе? Отлично. Какая тебе больше понравилась? Ну, блин, ну черный цвет. Лучше? Лучше. Черный, он как-то сливается. Я так все время, у меня вся одежда черная. Здесь тоже черный мех. Она как-то, мне кажется, сливается, не? Тут тоже есть пуговичка. Можно вот так вот застегнуть, но это уже... когда будет совсем холодно. А еще когда длинные ногти, вообще неудобно застегивать. Вот реально как. Не, ну песцовый воротник более выигрышный, конечно, если честно. Если по воротникам смотреть. Знакомая отговаривала дубленок. Она говорит, ты замерзнешь зимой в ней. А в чем тогда ходить? В пуховике. Пуховике. Ну, длинные. Поэтому шопинг у меня еще впереди. Короче, столько всего мне надо на эту зиму, потому что все старое хочется собрать и уже выкинуть. Вот. А платье? Что платье? Новое не хочешь? Мне нужен свитер теплый-теплый и какие-нибудь штанишки, что ли, да? Дубленки в основном так, чтобы доехать там до кафе, в кино, в театр, на какие-нибудь мероприятия. Гулять мне не погуляешь долго особо. Для прогулок нужен теплый пуховик. Короче, я не знаю, просто у меня не было дубленок, я не знаю, как зимой будет минус 15. Вот как раз и протестирую. Блин, как круто, даже в теплых странах не надо вообще тратиться на эти вещи. А плюс, представляешь, надо сколько места для хранения зимней одежды. И еще осенней. Все равно есть определенная романтика в снежке. Нет, я понимаю, да, иногда хочется снега. Но мне хочется вот его буквально в год 2-3 недели максимум. У меня наконец-таки новые очки. Вот такая форма, ну типа кошачий глаз. Они двухцветные, черные с фиолетовым, и плюс здесь матовое, такое очень мягкое покрытие. Вот тут они как будто бы велюровые, такие прям нежные, приятные, и они очень хороши будут в холод. Здесь очковые линзы Шамир Блюзеро, вроде так называются, то есть они специально, так как я часто работаю за компьютером, они очень хороши. Для компьютера также, они антибликовые, ну то есть это прям, можно сказать, на сегодняшний день это самые лучшие линзы, которые защищают и от ультрафиолета, и от разных излучений, поэтому я теперь надеюсь, что зрение мое не будет падать,
Вот, и что еще? У нас дожди были, и у меня не было хорошего зонтика. Вот, точнее, у меня много зонтиков, они все черные были до этого. И они, так как у нас часто порывистый ветер, ломались. Вот. На этот раз я взяла такой, вроде бы крепкий достаточно. Вот такой зонт. Веселенький. И он большой такой, классный. Короче, мне прям понравился. Как тебе? Поверни спиной. Покрути его. Тружин-тридын. Прикольный зонт? Да. У меня, кстати, бежевый зонт. И там, знаешь, расцветка, там часы под старинные газеты, вот такие вот все. А ты любишь какие больше зонтики? Длинные? Вот такие или короткие? Вообще, как с виду смотрится, мне очень люблю трость. У меня был, знаешь, какой зонт? Белый трость. Вот, у меня это... тоже есть белый. Он сломался у меня через 2 дня. Очки классные, мне очень нравятся они. Ну да, видишь, он пошире, он сзади хорошо еще закрывает. Да, вот головка вот... вся закрытая такая. И он шерстяной, такой достаточно толстой, вязкий. Ой, ну хочешь, могу продать. Надо походить по магазину, что-нибудь посмотреть интересное. Не, мне нравится, он даже тебе лучше, чем мне. Да? Угу, тебе больше. Ну, мне шапки так не нравятся. А почему не подойдет палантин? Этот снуд коричневый, дубленка, коричневый баклажан. Да она тебе баклажановая. Вот посмотришь, потом посмотришь. Она не баклажановая, а коричневая. Коричневый баклажан. Нет. Мне просто нравится слово баклажан. Это вечная проблема, что носить зимой. Ты сейчас дома в тепле стоишь и рассуждаешь, красиво, некрасиво. А когда вот мороз шарахнет, да, это вообще будет фиолетовое, да, лишь бы, да, тепло. Да, да. Это точно. Поэтому вот такая вот штучка, мне кажется, тоже в гардеробе нужна, как вот у тебя сейчас на голове. Попробуй палантин. Вот, кстати, палантины. Я тоже особо не знаю, как их завязывать надо. Как их вообще носит? Как лопаточка. Как бабулечка. Эти волосы. Идите. Так, вот. Перевязал. Сейчас не то. Сейчас не то. Так. Ну, палантин надо руку набивать. Да, потому что... Знаешь, руку надо надевать ко всем. Я у коллег наблюдала за некоторыми, не знаешь, как искусно. Тут краешь покороче, что-то движешь шею, так хоп-хоп-хоп, как яичко голову намотали, намотали, как правильно, побежал все. Так есть обучающие ролики, даже на YouTube посмотреть надо. Вот это, а вот это, да, мне тоже бесит. Почему-то не получается у меня тоже. Вот как ровно, чтобы здесь было сделать. Поэтому вот эта штучка удобнее. Как ты ее, хоп, накинул вот так вот, да? И не надо мучиться особо. Очки сними, сейчас посмотрим. Это не так. Мне кажется, он просто сам по себе такой вот, ткань сделанный. Вот, немножечко сделать. Ну да, кстати, так, о, так вот лучше. Получше, да. Что-то мне не очень нравится. Прям по-тетски как-то. Тетски. Мне сразу, да, как будто... Мне сразу 40. Ну, смотри, тут еще цвет такой. Это надо смотреть. Может быть, на понежнее какой-нибудь выбежишь цвет, он будет освежать, будет по-другому смотреться. Сейчас я все-таки вернусь. А к своему черному как-то, не знаю, тут такая все-таки текстура, он потолще и тонкий, и хуже смотрится, на мой взгляд. Я предлагаю тебе померить еще твою пидорку. И мне кажется, тебе нужно на шею палантин тонкий, как вот этот, а на голову вот эту тонкую шапочку попробую. Мне кажется, она более такая спортивная. Большие размеры кроссовок продаются в Adidas, если что. Я, кстати, такие видела, там крутячие кроссы. Я просто офигела. Я просто офигела. Они, короче, стоили почти 10, они были за 4000, но они были 40 или 41 размера. Единственные. Бежевые. Охрененные. А вот, кстати, мои перчатки. Мне жарко, я не могу больше, все. Раздевайся. Вырубаем. Вот, спасибо всем, что посмотрели это видео. Пишите ваши комментарии, оставляйте, что вам больше всего понравилось. И на этом все. Всем пока-пока. Подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка и ставьте лайки. Пока.